В Екатеринбурге спецавтобаза выпустила на линию уникальный в своем роде мусоровоз нового поколения и отечественной сборки «Неопресс-16», который за один рейс может опустошить 20 так называемых заглубленных контейнеров, которые все чаще появляются во дворах новых жилых высоток большого города. До этого мусор из заглубленок вывозили на спецтехнике с грейферным захватом, что, по утверждению рекоператора, тормозило весь процесс сбора мусора. Новый мусоровоз управляется загрузкой значительно быстрее. По словам пилота новой мусорной чудо-машины Алексея Иванова, управлять механизмами легко и просто. Благодаря специальному захвату манипулятор извлекает из глубокого колодца гигантский брезентовый мешок с мусором. Несколько нажатий кнопок на пульте, и содержимое очередной заглубленки аккуратно высыпается под пресс в бункер мусоровоза. За один рейс КАМАЗ с задней загрузкой увозит до 16 кубометров прессованных бытовых отходов. А с учетом того, что рекоператор ежедневно опустошает 40 заглубленных контейнеров по городу, новому мусоровозу нужны всего две ходки. В июле прошлого года спецавтобаза закупила 8 новых мусоровозов с задней загрузкой на базе КАМАЗов. Мусорная реформа, о необходимости которой так долго говорила большая страна, наконец-то обретает зримые черты. И их даже отпетые скептики не могут не заметить.